Сегодня 16 декабря. 16 декабря военного 1942 года в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, был принят в эксплуатацию бункер Сталина. Строили убежище метростроевцы и местные специалисты. Энергоснабжение бункера выходило на городскую электрическую и Безымянскую ТЭЦ. 18 фильтров очищали поступавший с поверхности воздух, а площадь зала заседаний составляла 70 квадратных метров. 16 день декабря 1947 года стал для жителей города Куйбышева, сегодняшней Самары, если не праздничным, то уж точно по-настоящему долгожданным. Согласно постановлению Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары, вышедшему за пару дней до этого, 49 выплатных пунктов приступили в Куйбышеве к обмену старых денег на новые образца 1947 года. И в тот же самый день все магазины города начали продажу товаров без карточек. В народном календаре сегодня день Ивана или Иоанна Молчальника. На Руси в эту пору наши предки старались не употреблять слов без лишней необходимости. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. Более того, люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет удачу. Этими и другими интересными событиями и фактами вошло в историю 16 декабря. Успехов во всем и только превосходного вам настроения!